В зале районной администрации прошел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны. Глава Северского района Адам Джарим поблагодарил ветеранов за великий подвиг, который они совершили во имя Отечества. Очень всегда волнительно, когда встречаешься с людьми, которые подарили тебе жизнь, которые подарили тебе свободу и независимость. Год 75-летия Великой Победы, наше великое счастье, что вы с нами. Я уверен, что мы все парадом пройдемся по нашей площади, по нашей улице центральной, и на каждом мероприятии вы будете принимать участие. Огромное спасибо вам за ту нелегкую судьбу, которая выпала, к сожалению, вам, в те суровые годы. Глава района поздравил ветеранов с 75-летием Победы, пожелал крепкого здоровья и долголетия. Гости мероприятия, в свою очередь, поблагодарили всех тех, кто вносит неоценимый вклад в сохранение и увековечивание памяти об ушедших героях и о событиях военных лет. Так я была благодарна музею, поздравили меня с днем рождения. Было мне 95 годиков, дали мне медаль за Японию. Это 75 лет прошло, и меня нашли, вручили мне медаль. Ну, конечно, уже старость, и говорить-то я не могу уже много. И спасибо вам за все. Все-таки вы нас не забываете. В торжественной обстановке участникам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, участникам блокады Ленинграда и труженикам тыла вручили юбилейные медали, цветы и памятные подарки. Солисты и творческие коллективы района подарили праздничный концерт. Гости мероприятия совместно с хором ветеранов исполнили под аккомпанемент песню «День Победы». Мероприятие прошло в теплой дружеской обстановке. Закончилась встреча общей фотографией на память.